Сегодня глава региона поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, которые отдыхают в социально-оздоровительном центре «Вега». Поправить здоровье в санатории Виталий Сергеев приезжает уже не в первый раз. В номере есть все удобства и бонус – прекрасный вид с балкона. Простор чувствуется. Простор, и за простором лес. А в лесу такие стройные деревья есть. Скоро еще расцветет, вот тут яблони есть. От яблони аромат идет. В прошлом году я чувствовал такой аромат от этой яблони. Физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. За 18 дней здесь проходит целый оздоровительный курс. Сейчас в Веге отдыхают 100 человек. Вдов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под эту песню в чувашских деревнях провожали солдат на фронт. Платок на плечи будущего бойца – старинный обычай. Платок служил оберегом, и его бережно хранили родные солдата. У Веры Афанасьевой на войну ушел старший брат. Она, 9-летняя девочка, пошла работать в колхоз. Солнцем уходила, после солнца заходила домой. Я плохо, мало спала. И все, постоянно я в поле. И дождик, и это мороз, и все. У нас туда плаща не было, еды не было, ничего не было. Мы вот такие это ветки в лесу собирали. Вот на яйцо, это сварить яйцо хватит, это хватит. Тров не было, ничего не было. Это соломой топили, топили соломой. Откуда силы находились? У нас была какая-то жизнь, чтобы победить. Истории каждого из них похожи. В один трагический момент из детей они превратились во взрослых. Война заставила. И они 4 года делали все возможное, чтобы победить. В республике живут 12,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 11 тысяч – труженики тыла. Это очень важно для нас и значимо для нас, чтобы вспомнить историю, чтобы вспомнить героизм советского народа, каждого солдата, каждого матроса. И каждого труженика тыла, которые обеспечивали продовольствием, самим практически ничего не оставалось, но они обеспечивали фронт для нашей победы, чтобы перед нами, мы как молодое поколение, имели над головой голубое мирное небо. Красные гвоздики и памятные открытки. Малая часть бесконечной благодарности за великую победу. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.